Так, в общем, мы зашли на этот рынок. Это у нас, в принципе, это центральный рынок, крытый, который есть вот именно в нашем районе, в районе Каран, правильно? Каком? А, в районе Патонг. Вот, сейчас мы будем пробовать здесь уличную пищу. А конкретнее мы будем здесь пробовать куриную попку. Excuse me? What? From here, yeah? Только что на наших глазах вот ее приготовили. А. Okay, thank you. Куриная попка. Если бы я не знал, что это куриная попка, я бы ничего не сказал. Но, если честно, я ее не хочу. В целом неплохо. Есть можно. Thank you. Ну, чисто на один раз попробовать. Ну, пойдем дальше. А, здесь это, кстати, у них тоже местные деликатесы, да? Это у них рыба копченая. А вот это что? Это копченая тоже кальмары, скорее всего. Ладно, не будем трогать. Пойдем дальше.